Приветствую зрителей моего канала. В одном из прошлых обзоров я уже упоминал имя английского режиссера Энтони Хикокса, скатившегося в жутко отстойные фильмы. Его отец, Даглас Хикокс, снял когда-то фильм с Винсентом Прайсом «Театр крови», а также достаточно известную в СССР версию «Собаки Баскервилей». Сын бодро пошел по стопам отца, сняв «Музей восковых фигур», «Закат убежища вампиров» и «Музей восковых фигур 2». Вот тут-то ему и поступило предложение срежиссировать третью часть «Восставшего из ада». Сначала он подумал, что это розыгрыш. Но когда выяснилось, что предложения реальные, тут же согласился встретиться с продюсером. Продюсер попросил показать ему почти законченный на тот момент фильм «Музей восковых фигур 2». Рабочий материал его впечатлил, так как визуальный драйв – это то, что, по мнению продюсера, было необходимо франшизе «Восставший из ада». Ставки были слишком высоки, ведь предыдущие две части были невероятно популярны среди зрителей и фанатов жанра. Энтони Хикокс был назначен режиссером. Первое, что он сделал, попросил сценариста Питера Эткинса поучаствовать в фильме, так как ранее он уже написал сценарий второй части. Также Тони хотел, чтобы на площадке постоянно был человек, который прекрасно знает вселенную «Восставшего из ада», а также точно чувствует атмосферу, в которой происходят события фильма. Именно поэтому Питер Эткинс сыграл роль бармена, который всегда в курсе всего. По словам Энтони Хикокса, с кастингом проблем не было, несмотря на довольно-таки скромный бюджет, примерно в 5 миллионов долларов. Просто все видели первые две части и прекрасно понимали, что участие в третьей станет судьбоносной в карьере любого актера. Очень многие получили роль в этом фильме по знакомству. Некоторые актеры, такие как Зак Галлиган, звезда фильмов «Гремлины», снимался у Тони в «Музее восковых фигур» и согласился появиться в крошечном эпизоде. Также он сыграл камео в следующем фильме Энтони Хикокса «Чернокнижник 2». Сам режиссер появился в фильме дважды – в телепередаче, а также сыграл одного из солдат «Во сне наяву». Как потомственный режиссер, да еще и английской школы, Энтони Хикокс уделяет большое количество экранного времени диалогам, из-за чего многие фанаты и не взлюбили третий фильм «Восставшего из ада». Также режиссер не гнушается кадрами дорогих квартир и красивых, на его взгляд, вещей, что также негативно настроило почитателей первой и второй части к его фильму. Но если уж разбираться, нужно было оставить автора романа Клайва Баркера у руля и дальше, а не дать ему благополучно выпрыгнуть из режиссерского кресла после завершения первой картины. У каждого режиссера свое видение и трактовка. Это надо принять как должное. Именно с этого фильма персонаж Дага Брэдли, играющего главного демона Пинхеда, получил в своем роде свободу. Он выделился окончательно как лидер, стал больше говорить со своими жертвами. У него появилось невероятно черное чувство юмора. По моему мнению, этим фильм не был испорчен. В чем-то по мелочам он был даже новаторским. Например, сложная система монтажа картины производилась буквально на съемочной площадке, благодаря системе Ediflex, которая состояла из VHS-магнитофонов, имеющих связь с кинопленкой. Монтажер буквально за считанные часы монтировал на этой чудо-машине фильм. Но, по признанию режиссера, система Ediflex оказалась беспомощной при монтаже быстрых экшн-сцен, и им пришлось вернуться к классическому монтажу кинопленки. На дворе 1992 год. Уже вышел второй «Терминатор», показавший всю мощь и волшебство компьютерной графики. Стивен Спилберг вот-вот сделает выбор между кукольной анимацией и компьютерными эффектами в своем фильме «Парк юрского периода».
глава кинокомпании Miramax Films Боб Вайнштейн хотел, чтобы один из первых фильмов дочерней студии Miramax Dimension Films отвечал современным техническим требованиям и оплатил очень дорогостоящие на тот момент компьютерные спецэффекты. Импровизировать приходилось даже со спецэффектами и прямо на съемочной площадке. Художники дорисовывали декорации прямо перед камерой, как, например, вид города в начале фильма. Также были нарисованы внутренняя архитектура и предметы в церкви. Но как ни экономили, все равно бюджета не хватило на знаменитую расправу в клубе и окончание фильма со зданием в стиле головоломки. Тогда режиссер пошел на хитрость и устроил закрытый показ для Боба Вайнштейна, главы Мирамакса. Боб посмотрел фильм и без проблем отвалил еще баксов на спецэффекты и оплату труда съемочной группы. Вайнштейн попросил лишь снять какие-нибудь эффектные кадры для трейлера, так как его мозг финансиста уже подсчитывал доходы и двигал фигуры на маркетинговой доске. Стоит отметить просто невероятную работу оператора Джерри Лайвели, который с помощью своей камеры сумел показать все – от жуткой комнаты со статуей до экшн-движения, когда общий план с шумом ветра моментально сменяется крупным. Особо внимательные фанаты творчества Энтони Хикокса заметят, что и в этой картине он использовал свой излюбленный ракурс камеры. Вообще, у третьей части совершенно другая энергетика, в отличие от двух предыдущих фильмов. Из команды, делавшей вторую часть, в третью перекочевал, наверное, только Боб Кин, мастер специальных эффектов. Также на этом фильме он работал вторым режиссером. Далеко не все знают, что изначально фильм должен был сниматься еще в 91 году, но в связи с банкротством студии New World проект завис в воздухе. По старой версии сценария, часть картины вообще происходила в Египте, а затем плавно перемещалась в наши дни, в некий бордель, который был своеобразной моделью шкатулки, открывающей дверь в ад. Хорошо это или плохо бы выглядело, мы никогда уже не узнаем. Новый режиссер – новые правила игры, которые установили владельцы франшизы и боссы студии Miramax. Фильм вышел очень и очень достойным, визуально радует глаз. Звуковые эффекты просто на высоте. Энтони Хикокс добьется совершенства симбиоза работы камеры и звука на своем следующем фильме «Чернокнижник 2». Кстати, симфоническая музыка и хоры были записаны на студии Мосфильм симфоническим оркестром под управлением Сергея Скрипки. Лично мне фильм очень понравился. Кто еще не видел, однозначно рекомендую к просмотру. Всем спасибо за внимание. До встречи.